В голове только у Махача жратва, покоя от них нет. А что не так? Хас, ты только посмотри на эту свалку. Прицепили грубинки! Вот и я о том же. Да нет, там монстр какой-то. А-а-а, он меня съест! Успокойся, это моя стиральная машинка. Погоди, что здесь делает моя стиралка? Живет нацией Грэм. Ей надоело жить с такой бабулькой, как ты. И она бросила тебя. Что ж ты за баба, Люси? Тебя даже машинки бросают, не то что парни. Умолкни, шаверма хвостатая. А-а-а! Ну почему они не могут быть чуть женственней? О, с меня хватит. А? Кто выключил свет? А-а-а! Я ничего не вижу! О, рыбка золотая. Протухла, правда, но есть можно. А-а-а! Люси? О, боже мой! Эй, Люси, да ничего страшного не произошло. Рыбки хочешь? Ничего страшного? Я превратился в парня, а-а-а! Не плачь, ты же мужик. О, точно, нам нужен мастер, он не поможет. Люси, постой! Здравствуйте, можно с вами познакомиться, красотка? Чего? А, Грейс, нас? Ха, ты себя в зеркало видел? На себя посмотри, ха-ха-ха, вот ты баба, Насу. Как это вышло? Мне откуда знать? Так, спокойно, успокоились. Ну, если так подумать, не все так плохо. Вот какая у меня подушка безопасности. А у меня ничего. Лошара. Что ты сказал? Что слышал? Нарываешься? Помахаешься? Давай. Ничего себе подушка безопасности. Да это бронежилет. Подушка. Бронежилет. Это Люси. Нацу, Грей, смотрите на Люську. Она теперь мужик. Заткнись, коврик, блохастый. Что? Если это Люси, тогда я себе ноги. А что, мне до нее недалеко. Вот какие. Чем докажешь, что ты Люси? Придворные дамы, откройтесь, врата. Дева. Ух ты ж, етись колотить. Здравствуйте, принц, мне раздеть вас? Ах, вот ты какая, Люська! А я-то думал, ты приличный человек. Заткнись, голубой кошак. Может, вы хотите меня наказать? Нет, ну теперь-то вы верите. Ну, дева и толстому мужику служила. Ах так, вызов принят. Рак! Кребень. Люблю, вы не видели тут милого Грея? Да это же Люси. Люси? Кребень. Накажете. Дева. Грей? Дожди. Люси. Милый Грей. Насу. Креви. Хэппи. Что на вас? Как же так? Милый Грей, ты девушка? Они больше, чем у меня. Что же теперь будет? Что? Юрий будет. Дождик, ты тут мастера не видела. Так он же уехал на месяц. Как уехал? Давайте успокоимся. Принц, пытайтесь найти в этой ситуации свои плюсы. Ты права. О, Вов, посмотри, какой качок. А, у меня грудь больше твоих мускул. Проверим. Сейчас вывернет наизнанку. Его выкачало даже здесь. Какая ирония. Черт, ну и жарище. Оденься! Ну ладно, ладно. Надо что-то сделать со всем этим. Я не могу больше так жить. Успокойтесь, принц. Явно есть выход из этой ситуации. И какой же? Накажите меня. Мне сейчас не до этого. Да это же все из золотой рыбки. Что ты сказал? Почему ты раньше молчал? И где она? Во мне. Я ж пел ее. Как же я ненавижу Бетховена! Ах,
что у меня сынок у тебя копыта. Ну успокойтесь вы. Милый Грей, ну в порядке? Все в порядке. Просто чье-то копыто у меня во рту. И я тут ни при чем. Ну все, махаемся. А то... Костюм Грейс, на черкизоне купила. На себя посмотри. Что это за безвкусная кофта? Наверняка секонд-хенд. Что сказала? Что слышала? Да вы уже достали? А кой же, как у меня? Как ты посмела? Это удар ниже пояса. Ха, это у тебя такой же, как у меня. Хозяин, вы же теперь мужик. Может, разнимите их? Хорошая идея. Такой же, как у меня? Мочи его! Может, стоит использовать мое секретное оружие? Секретное оружие? Ну, давай. О, высшие силы, я внемлю вам. Отворите звездные врата. Не зайдите, мой учитель. Дурак, в следующий раз предупреждай, что за силу ты упускаешь. Ну, драки же больше нет. Зато у всех чуть не случился сердечный приступ. Надеюсь, я больше не увижу этой страшной силы. Мы так и не решили, что же будем делать. А давайте разделаем Кэсси. И вытащим рыбку. Хорошая идея. Ноги! Отследили тут. Ничего себе сон приснился. Надо же, Люси мужик. Ты что в моей кровати забыл? Это ты что тут делаешь? Так это был не сон? О, привет, девочки. Thank you.